как можно помочь пожилым людям не стать жертвой мошенников? Насколько распространены факты мошенничества с помощью сайтов знакомств? Как отличить мошенников, которые представляются сотрудниками государственных органов? Смотрите программу «Город С» 3 февраля в 18:15. Гость в студии Фарид Латыпов, заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре.